конструктивушки состоит из переменного сечения. Внизу у него в основании 13,5 метров, и вверху получается 2,5 метра сечения вышки. Вот один вот треугольный уголочек весит, он 4,5 тонны. Поднимается он при помощи сначала монтировал краном с вылетом, с грузком грузоподъемностью 75 тонн. В дальнейшем будет монтаж производиться самоподъемными кранами. Высота конструкции будет 150 метров. Заложены цвета таким вот образом. Идет 12 метров внизу красным цветом, потом белым 12. И таким образом по 12 метров чередуются до самого верха. То есть свет меняется с красного на белый. Это в связи с самолетами, вертолетами. Это поэтому так.